Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. 90-летний Иван Краско рассказал о самочувствии после положительного результата теста на коронавирус. Актер сообщил журналистам, что еще 5 октября выступал на сцене театра, а на следующий день получил положительный результат, передает «Комсомольская правда». Также заболело еще несколько сотрудников театра. На протяжении всей пандемии Краско заявлял, что не признает существования коронавируса. Теперь же он поверил во все инфекционные дела. Артист чувствует себя нормально и отказался от госпитализации. Из симптомов испытывает слабость и тяжесть в теле. Заболевание актер связал с переутомлением из-за выступления, перерасходовал энергию. «Тут меня инфекция и клюнула». Он отметил, что из-за пандемии не выступал полгода и боялся, что разучился играть на сцене. Ранее Краско рассказал, как хотел бы умереть. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.